Всем привет, всем здравствуйте! Вы с Ириной Якут в Америке и на моем канале. Обычно это о сумочках, но сегодня тоже немного о сумочках. Но сегодня ролик полностью посвящен предновогодним нашим настроениям, потому что мы все ждем подарков. Все равно, как бы мы ни говорили, что нам ничего не нужно, у нас все есть, но когда это маленький презентик, это все равно приятно. И сегодня в розыгрыше я покажу вам несколько лотов, которые будут как раз являться подарками для вас. Все эти подарки, неважно из какой страны выиграет, будет победитель, я отправлю, и они, естественно, учтены с доставкой до вашей почты. Почта принесет вам квиточек, и вы сходите, свой подарочек получите, естественно, абсолютно бесплатно. Будет это выглядеть так. Я сейчас по очереди буду показывать лоты, и от вас буду ждать комментариев под этим видео. То есть предновогоднее настроение, мы уже можем поздравлять друг друга с наступающим Новым годом, потому что корпоративы в самом разгаре, может быть, они не такие красивые и пышные, как бывали в предыдущие года, но тем не менее, жизнь возвращается и хочется, чтобы все налаживалось. И я после этого выхода этого ролика опубликую его на YouTube, и у меня будет несколько дней, я так думаю, числа до 29-го, не только у меня, но и у вас тоже, когда вы можете оставлять свои комментарии, и каждый комментарий будет участвовать в розыгрыше. То есть я буду рандомным способом выбирать комментарии. Единственное, что сюда не попадают обычно, если вы оставляете комментарий под чем-то другим комментарием. То есть вот идет ваш комментарий какой-то там, я не знаю, спасибо за видео или всех участников канала, поздравляем с наступающим годом. Какие-то такие приятные слова хочется от вас услышать. Вот. И вот этот первый комментарий, он обязательно в розыгрыш попадает. Если вы свой оставляете, как бы комментируя предыдущий комментарий, то он не попадет в розыгрыш. Оставьте его просто отдельным комментарием. Если хотите прокомментировать, да, пожалуйста, но не забудьте, будьте уверены, что ваш комментарий тоже есть, не только комментируя комментарий. И также у меня просьба к моим друзьям, потому что я всегда всех спрашиваю, ну почему вы не участвуете? Они говорят, ну Ирина, ну ладно, ты там канал развиваешь, зачем? Нам ничего не нужно, пусть подарки будут твоих зрителей. Я буду только рада, если кто-то из моих знакомых тоже что-то выиграет. Мне это будет приятно, поэтому жду от вас комментариев, и которые будут участвовать в розыгрыше. И я его начинаю. И первым лотом будет вот такой вот скромненький кошелек Cardholder, извините. Это американский бренд, American Leather and Company, по-моему. Вот, он вот такой вот маленький, скромненький, но тем не менее, всегда нужный в какую-то нашу маленькую кроссбоди. Карточек сюда можно вставить достаточное количество. Это будет у нас лот номер один. Я так и буду разыгрывать рандомным способом, потом объявлю победителя. Лот номер один выиграл победитель такой-то. Это уже будет вот в следующем ролике. Я так думаю, что я его, может быть, 30-го, может быть, 31-го числа. Но постараюсь до Нового года, естественно, результаты опубликовать для вас. Лотом номер два будет являться вот такой вот шарфик от Michael Kors. Он двухсторонний, у него с этой стороны вот такой вот цвет у этого шарфика. Но он сделан, вот видите, как круглый такой шарфик. Вы его можете в два раза вокруг себя наматывать. Причем этот подарок, я так думаю, что может подойти не только девочкам, но и мальчикам, потому что он довольно-таки темный. И все-таки у нас холодная погода долго в России, ну и не только в России, потому что у меня в основном девчонки все равно из Европы или из России, то есть в любую страну. Я надеюсь, что он еще успеет послужить в этом году. Ну и вы точно так же можете это сделать подарком для кого-то из своих знакомых или близких. Это будет лот номер два. Лотом номер три будут являться вот такие золотые, позолоченные серьги от бренда Coach. Я вот ни разу их еще не открывала, сейчас первый раз открываю, чтобы вы их могли поближе рассмотреть. Вот такие вот это сережечки от бренда Coach. Это будет у нас в розыгрыше участвовать под номером 3, лот номер 3. Лотом номер 4 будет являться вот такой вот наборчик от Michael Kors. Здесь перчатки, шапочка и шарфик. Вот, это будет у нас лот номер 4.
Лот номер 5 будет вот такой вот карт-холдер, тоже ни разу его еще не открывала, от бренда Coach. Так, он, кстати, тоже, мне кажется, может подойти вполне на подарок как мальчику, так и девочке, потому что у него цвет вот такой вот темненький. Вот, вот такой вот это карт-холдер. И он же рислит, он вот на такой вот цепочке. Так, и внутри у него, ну, вот это просто пространство. Ой, документики не буду вынимать. А вот это вот пространство, оно такое вот большое, то есть много карточек туда, и какую-то наличность вы туда положить сможете. Сейчас магнитик оттуда выну, чтобы он у вас не звенел. Вдруг вы его забудете. Вот такой вот. Так, это у нас с вами лот номер 5. Под номером 6 подарком будет вот такая вот косметичка от бренда Coach. Вот такая вот красавица подушка. Ну ладно, уже сняла с нее защиту с этой ручки. Ну заодно мы и рассмотрим. Ее вы можете носить как маленькую сумочку. И точно так же, как косметичку, как рислет на руку, если перекрепите вот сюда, то у вас вот так вот будет смотреться эта петелька. Это вот такая вот подушечка, приятная косметичка. Ну, все-таки она больше как косметичка, мне кажется. Но хотя вполне можете ее использовать как маленькую сумочку. Так, она с этой стороны с отдельчиком накладным. И здесь под карточки слот у нее такой. Вот, вот такая вот прелесть у нас будет доступна победителю под номером 6. И дальше мы переходим к сумочкам. Но сумки, которые все были самые дорогие, их разобрали. И поэтому я на ваш выбор, конечно, предлагаю, как спасибо вы мне посоветовали поступить. То есть победитель пусть сам себе сумочку и выберет. Но будет две сумочки. Вот эта сумка будет разыгрываться. Это кожаная сумка от бренда Calvin Klein. Она будет разыгрываться 7-й. Но я предпочитаю самый последний победитель, который будет под номером 8, сейчас я покажу сумочку, он сначала выбирает. То есть он может выбрать сумочку, которая сейчас будет в розыгрыше, либо что-то вот из этих 6 сумок. Вот, то есть это будет уже на усмотрение 8-го победителя. И уже после того, как 8-й определится, какая будет сумка, кроме вот этой, потому что это будет закреплена за номером 7, то у 7-го будет возможность, если он не хочет эту сумку, или, может быть, он хочет такую же, но в черном цвете есть Calvin Klein, пожалуйста, будет возможность поменять. Итак, под номером 7 сумка кожаная Calvin Klein. И под номером 8 у нас будет саквояжик от Patricia Nash. Вот когда все эти розыгрыши я разыграю, вы потом мне обязательно в WhatsApp напишите: Ирина, это я такой-то, как это сказать, ник, который выиграл такой-то приз. И мы с вами свяжемся, я обязательно вам все отправлю. Ну, отправлю, конечно, уже в новом году. Но я так думаю, что поздравления все новогодние я вам сделаю уже, когда мы розыгрыши сделаем. Все-таки это будет поближе к Новому году. А сейчас пока только предновогоднее настроение, предновогодние поздравления, то есть мы с вами ждем этот наступающий год, и, конечно же, хочется, чтобы он для всех был счастливый. И все заразы, которые к нам прицепились в этом году, будь то новомодная болезнь или какие-то другие заразы, пусть они уже от нас отстанут, и все мы выздоровеем, будем живы, здоровы, пышить своим здоровьем и спортивно отправляться кататься на лыжах, чем я с удовольствием сейчас и занимаюсь. Наверное, вам сюда немного вставлю своих лыжных экскурсий, потому что мы живем в очень прекрасном месте. Я так люблю Айдахо, эти горные реки, эти лыжные курорты, которых здесь просто очень много, очень много. Есть, которые поближе, а есть еще чуть подальше тоже красивые курорты. Вот. Пока еще не все успели объехать, поэтому будем над этим работать. А вы себя берегите, пожалуйста. Всем всего доброго. Пока-пока. Я могу столкнуться с черной, но это будет некрасиво.